Балка Кутовая в Краматорске превратилась в огромный склад отходов строительства. Совершенно ясно, что возят сюда давно, возят грузовиками. Это, насколько можно понять, последствия какой-то большой стройки. Потому что и стройматериалы исходные, остатки, точнее, стройматериалов. И выглядит все это достаточно свежо по времени. Очень интересно было бы узнать, откуда возится все это сюда. Ну, понятное дело, что все шито крыто. Куколка. Попрошу любить и жаловать. Кое-что, походу, или горело. Да, по всей видимости, горело. Но стройматериалы очень сходны. Хуже. Это кто-то менял полик. Скорее всего, когда-то это очень мощно загорится. И коптить будет. По самое не могу. Чемодан. Еще чемодан с остатками кукольной руки.